Вы уже сейчас можете узнать, что происходит в Украине, будучи в Краснодаре. Лет 100 назад это было невозможно. Получить информацию правдивую там, из первых рук, с помощью YouTube, можете просто видеть просто съемку и формировать свое восприятие. Думать, о, прикольно. Ну, конечно, меняется мир. Меняется, но просто увлечение, повальное увлечение интернетом через некоторое время пройдет, когда вырастет то поколение, для кого это станет нормой. Сейчас то поколение, для которого это модно. После него будет поколение, которое станет «та, прошлый век». И не будет никакого Фейсбука. Будут «та, дебилы в интернете сидят». Вот мы пойдем там и на санках будем кататься. Это нормально. Просто развитие человека. Оно так проходит. Точно так же. Загрязнение природы. Появились люди, которые занимаются экологией. Ну, гармония в любом случае возникнет. Просто сейчас это тот момент, когда появляется что-то новое и возникает такое массовое увлечение, глобальное. В смысле человечества.